этим построила заборку из всего. Яйцо покрошила. И из брудера принесла опять на кухню. Но на сей раз я постелила клееночку старенькую с кухонного стола. Поменьше какашек убирать. Ну, вот там кусочек тот. Может быть, тоже бы застелить. Ну, ладно уж. Здесь у них досточка с едой, с яичком. Пусть еще полчасика погуляют. Разминаются. Лучше они стали ходить, как стало я их на прогулку пускать. На улице у нас сегодня пасмурно. Сегодня на солнышке не погреются. Пасмурно. Был небольшой морозец ночью. Сейчас 0 градусов. Летуны маленькие. Совенок сразу сел. Давят друг друга. Очень сильно давят, летают. А мой любимый, или это не совенок? Так. Нету. А что-то я совенка-то не вижу. Куда он делся? Или он и есть совенок? А, он и есть совенок. Он тот. Все-таки кто на 22-й день вывелся, тот слабый. Вот 20-й, 21-й день самое то. Пусть он там сидит, посмотрю, какой у него стул, то, может быть, его пропою. Ноль два всего тепла. Люк я им открыла. Только дверь не стала открывать. Их то много вылезет, то немножко, то вообще все уйдут. Ну, при нуле, наверное, можно же гулять. Я смотрю, там даже при каком-то минусе тоже открывают им лаз гулять. Наконец-то я села и распикировала томаты. Они еще небольшие. Некоторые второй листик распускают, некоторые один листик. Но пикировала штуки, наверное, 24. Нам больше не надо. У меня столько много остались. Сорта я не стала метить. Хорошие все сорта выбрала и высеяла без пометки. А теперь вот думаю, попадутся одни и те же. Вдруг. Хотя я сажала понемножку. Они у меня все сорта до 70 сантиметров. Мы высокие не любим. Вот это вот осталось не распикировано. Вот. А эту коробку, что я пикировала, то уже вот часть осталась. Вот. И остались у меня перцы на выброс. Тоже много не надо. Мы продажей не занимаемся. А самим нам не съесть. Вот останется мне теперь петунью распикировать.
Вот такая она еще. Некоторые я по листику дала, некоторые я два листика дала. Тоже мне штук 5 их надо, много не надо. Придется сажать, может, кучками. Но, в принципе, я ее все оставлю. Просто обычно я в горшке ее высаживаю. Ну, а тут я ее высажу в открытый грунт. И пусть она будет у меня летом. Вот вербену не пора прищипывать, кто знает. Вот она вот такая уже высокая. Может быть, мне высокенькие прищипнуть уже. Верхушечки. Базилик распикированный. Чувствует себя отлично. Стоит он у меня здесь тоже с вербеной распикированной. По нескольку штучек. Сюда же поставила цикламены часть. Да и перцы есть здесь. Всякенькие. Фокус убегает, постоянно поправляю.